Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Виталий Шахар, добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube и особая благодарность тем, кто является моими давними зрителями и постоянными подписчиками. И если вы не подписались, ничего страшного, ведь это можно сделать прямо сейчас. Сегодня в Фейсбуке получил вот такое замечательное предложение «Заработай на мобильном операторе». И все бы ничего, но я обратил внимание на автора этого объявления, Сергей Трояненко. Серега, здорово! Это мой бывший коллега по FFI и мой бывший коллега по платиновому цеху. Ну, кстати сказать, Сергей Трояненко еще был, дайте вспомнить, да, спикером клуба Прав ТВ. Сегодня это Шарашкина, которая называется знает.инфо. Так вот, Сергей Трояненко, ближайший сподвижник Олега Пермякова. Едва ли не одна из его правых рук, ну, по крайней мере, правая рука его правой руки. Если я не ошибаюсь, это команда Владимира Руденко. Да что вы делаете, ребята? Где вы? Что за работой на мобильном операторе? Я не поверил и все-таки перешел по этой ссылке. Посмотрите. Здравствуйте. Вам невероятно повезло. Вы оказались на сайте Секрет 24 на 7. Секрет 24 на 7. Вас приглашает Сергей Трояненко. Я не могу понять, вы там уже все помолодели вместе с Олегом Пермяковым, и у вас бабла уже столько много, что вы начали бегать по различным, я даже не знаю, как их назвать, какие-то шарашкины конторы, в которых болванят, колпачат людей. Вы о чем? Сергей, что произошло? Олег Пермяков, где твои люди? Ты вообще в курсе, чем они занимаются? Почему они не становятся профессионалами, почему они не совершенствуют свое мастерство, почему они не заточены на работе со структурой, а болтаются по всяким пирамидам. Может быть, в твоей команде, Олег, нет больше денег, а есть болтовня? Я, например, этого не могу понять. Ребята, а что скажете вы? Что вообще происходит? Вы в курсе? Ведь сегодня я знаю еще порядка 200 имен из тех, кто окружал Пермякова, кто был моим коллегой по тому же самому платиновому цеху, наверное, не 200, наверное, сегодня уже 300 имен, которые держатся от Пермякова далеко. Что происходит? Кто-нибудь может это рассказать? Всем пока, с вами Талий Шахар, Серега, иди обратно к Пермякову, там денег больше. Наверное, пока.